Всем привет! Сегодня продолжаем гулять, узнавать что-то новое. Хочу вам немножко показать стили кубизма. Это стиль в искусстве, достаточно часто применяемый художниками. Вот в руки мне попалась книга Власова «Стиль в искусстве. Словарь». И я с удовольствием изучаю, читаю. Это интересно, познавательно, как говорится, для мозгов. И вот хочу вам показать знаменитые картины, выполненные в стиле кубизма. Ну, для того, чтобы быть в теме. Кубизм – это течение в европейском изобразительном искусстве начала 20 века. Главным образом французская живопись, отчасти скульптура. В этом течении решались задачи выявления геометрической структуры видимых объемных форм. Ну, в общем-то, здесь я отсюда название. Разложение этой формы на составляющие элементы и организации элементов в новую изобразительную форму. Родоначальником этого стиля, ну, одним из родоначальников, называют Сезанна. В 1904 году в Париже он проводил выставку. Выставка картин Сезанна называлась «В осеннем салоне». Так вот, один из авторов манифеста кубизма говорит, кто понимает Сезанна, тот предчувствует кубизм. Вот хочу вам показать известные картины по этому стилю. Конечно, надо отметить Пабло Пикассо, который в 1907 году написал свою знаменитую картину, одно из программных произведений кубизма «Авиньонские девушки». Кстати, эта картина вызвала громкий скандал. Ее называли вывеской для борделя. Ну и в последующем Пикассо разбирал на тысячи осколков фигуру женщины, писал картины. Наиболее яркие представители этого стиля — это, конечно, Сезанн, Пикассо, Жорж Брак, Хуан Грис, Фернанд Леже. Надо отметить некоторых представителей кубизма в России. В России кубизм соединился с элементами итальянского футуризма. Ну вот говорят, что Врубель, его манера — это предчувствие кубизма. Это была такая русская школа авангарда. Большинство мастеров составили ядро такого течения, такого сообщества. Называлось оно «Бубновый валет». Это Кончаловский, Куприн, Машков, Фальк. Вот, к примеру, Малевич утверждал и говорил так: если ты стремишься изучать искусство, то изучай кубизм. Художница Наталья Гончарова, как написано в Википедии, в 1912 году отмечала, что кубизм — вещь хорошая, но не совсем новая. По ее словам, в этом же стиле выполнены скифские каменные бабы и крашеные деревянные куклы, продаваемые на ярмарке. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел рассказать о стиле в искусстве, который называется кубизм, о знаменитых картинах этого стиля. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока.